Всем привет, с вами StevPro, и сегодня покажу мод и новый интерсейв для Майнкрафта Pocket Edition. Ну, по названию мод вы можете догадаться, что нам приносит этот мод, а мод нам приносит сохранение вещей после смерти. Ну, давайте сейчас мы окунемся в лаву, но в руки я сейчас возьму палочку. Ну что ж, прыгаем в лаву и... Как ни странно, наши вещи сохранились, да. Этот мод во многом облегчивает нашу игру. Вот сейчас я еще раз стану в лаве, и мои вещи еще раз сохраняются. А это доказывает, что мод работает. Да, наверное, в тысячу раз мод облегчает выживание. Так как бывают такие случаи, что ты играешь, и бум. Ты умираешь, или тебя взрывает крипер, или тебя убивает зомби. Ну, я хочу вам показать один баг этого мода, или недоделку мода, я не знаю, как это назвать, но прикол в том, что если мы упадем с высоты, то мы, к сожалению, потеряем наши вещи, и они останутся лежать там, где мы упали, да. Скорее всего, это недоработка мода, так как, ну, это всего лишь первый перенос мода на новую версию. Ну, давайте сейчас я вам покажу. Попробую упасть с этой в лаву и получу большой урон. Да, все произошло идеально, и я упал с высоты, и, как видите, мои вещи, к сожалению, не сохранились. Так, ну здесь я зато оставилось дерево. Ну вот, как видите, я падаю в лаву. Может, многие подумают, что мод отключился, но мод все еще работает, да. Это довольно забавный баг. Ну, точно забавный, довольно... Печально то, что мы потеряем вещи, если мы упадем. Ну что ж, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.